Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Анна, проект Faberlic Online и бомбезный каталог номер 16. Новинок в этом каталоге просто неимоверное количество, их просто невозможно было снять в одном обзоре, и это VIP-новинки, то есть я их заказала за 2 недели до начала продаж. Вот это все мы с вами сняли, все сняли. Да, кстати, вот этих вот худи у меня пока что не было в наличии, нету под заказ, поэтому пока еще ничего не сняла, сняла только футболочки, к сожалению. Ну ничего, худи классные, все равно что-нибудь да найдем. Ну и конечно, у нас с вами появляется новая коллекция нижнего белья. Она объединила комфорт микрофибры и изысканность кружева. Ну такое, знаете, скромное ежедневное белье. Значит, бюстгальтеры у нас с вами идут все спейсеры, и также идут трусики, слипы, танго и так далее. То есть, ну, сейчас мы с вами все это дело посмотрим и обсудим. Что ж, давайте смотреть самый первый бюстгальтер в очень красивом таком лиловом оттенке. Он у нас с вами идет по составу 80 полиамид, 20 эластан, кружево 90%, полиамид 10% эластан. То есть, вот такая вот красота. Ну что ж, будем смотреть. Итак, такой вот бюстгальтер. Кружево тут совсем немножечко. Тут такой логотипчик Faberlic. Цвет передается наиотличнейший. Тут кружевные вставочки. Тут что-то очень такое мягкое, изящное, да. То есть не будут там косточки какие-либо, может быть, и впиваться даже не будут. Он полностью мягкий. Тут у нас с вами идет 2 ряда по 4 петельки и 2 крючочка. Угу. Коллекция Essential. Артикул именно моего бюстгальтера 810-330. Приходят они все сейчас в такой вот zip-упаковочке. Интересный, хороший. Если белье не подошло, его в течение 14 дней возможно вернуть. Размер у меня 85C. Вот такая вот красота. Чем спейсеры отличаются от обычного нижнего белья? Давайте с вами этот момент обсудим. То, что оно не мнется. Оно износостойкое. Оно мягкое. У него чашечка для того, чтобы ничего не выделялось. А, кстати, бретели полностью регулируются. Таким вот образом, обычным, да, можно сделать длиннее, короче. Они полностью тянутся, полностью регулируются. Это у меня размер С. Самое классное, что они вообще не мнутся. Что бы вы с ними ни делали, они до такой степени износостойки. То есть обычный бюстгальтер, он сломается, если там будут какие-то вставки. А этот бюстгальтер, он просто великолепно смотрится, поддерживает очень хорошо грудь. И вот лично я в таких бюстгальтерах не устаю. Я могу везде в них проходить. Мне очень хватает на повседневную носку. Даже иногда в них мне удобно засыпать в поезде. Бывают дни, когда я так сильно устаю, и садясь в поезд после какого-то прям мощного мероприятия, я могу просто вырубиться. А я не раздеваюсь в поезде, я всегда сплю в футболочке. Даже иногда ничего этого дела не расстегивая, прямо так и засыпаю. Очень комфортно, очень удобно, очень такое хорошее кружево, качественное. Предыдущее с кружевом у меня до сих пор не порвались, ничего с ними не случилось. То есть кружево такое тянущегося, хорошего качества. Слушайте, у меня таких вот лиловых еще ни разу не было. Мне очень нравится этот нежный такой приятный оттеночек. Не находите? Очень красиво, я считаю. Изнутри тоже все очень хорошо, качественно, здорово прошито. Замечаний, нареканий, там чего-то еще нету. Все мягонько, все хорошо. Прям очень здорово. Ну, тут мало ли что, как за ним ухаживать. Но вот знаете, уход за ним реально очень простой. Прямо мега простой уход. Никогда никаких проблем у меня с этими бюстгальтерами не было. Ну и давайте посмотрим к нему трусики. Трусики таких же вот оттеночков. Первые. Вот очень мне нравится вот это вот зип-замочек. Прям безумно нравится. Единственное, что в этом зип-замочке есть дырдочка. Да, некоторые говорят, зачем делали эти дырки. Тут такая вот застежечка. Видите, да? Хорошенькая, чтобы ничего нигде не разваливалось. И это, я так понимаю, что трусики с завышенной талией. Давайте с вами читать. Трусы слипы с завышенной талией, бесшовные, с кружевом. Обещают бесшовными. Размер XL, артикул 810-404. Состав тут идет 80 полиамид, 20 эластан. Кружево также 90 полиамид, 10 эластан. Состав практически такой же. Ну, давайте их с вами смотреть. То есть такие вот тут вставочки интересные, хорошенькие. Все великолепно. Защитный слой снимать нельзя. Если вдруг вам что-то не подошло, только с защитным слоем можно вернуть на возврат. Кстати, кармашка, по-моему, нету, да? А нет, есть. Такая вот красота. Сзади они просто прямые. Прямые обычные трусики. Вот так вот. С
замечателен. Люблю вообще белье обновлять. Покупаю, конечно, не только в магазинах, но Фаберлик всегда покупаю. Очень Фаберлик, вообще редко что-то возвращаю. И то возвращаю иногда, потому что просто мало мерит или еще что-то. А так мне все нравится. Тут еще вот смотрите, выбито, да, как ухаживать и размер. Но это не просвечивает с другой стороны. Тоже так удобненько. В общем, такие вот трусики. Так, следующие трусики у нас с вами идут. Слипы бесшовные с кружевом. Размер XL. Артикул 810-363. Да, ну так-то модель PC-414, да, если кто-то там захочет их найти. Ну, очень красиво собрать комплект. И смотря от ситуации и настроения, одевать разные трусики, да. То есть вот такие обычные слипы. Просто не с завышенной талией. Попа полностью прямая, не просвечивает, да, выглядят немножечко такими шелковистыми. Ластовица тут, кстати, у всех идет хлопковая, на всякий случай, да. То есть и вот тут видите, что написано, да, поэтому осторожнее с этим делом, вдруг мало ли что. В общем, мне это белье очень понравилось, прям классное. Просвечивает так легонечко, в меру, там, где оно не лишнее. В общем, красота. Так, последние у нас с вами идут трусы танго, тоже бесшовные, цвет, ну, как и все, лавандовый, размер XL, артикул 810-385. Если нужен код модели, то PB242, состав идентичен предыдущему. Ну что ж, давайте будем смотреть. Кстати, такой закреп, по-моему, впервые. Тоже очень приятно, что так все аккуратненько, так все хорошо. Еще и картонки есть. Я, кстати, вот эти картонки не выкидываю, я их даю Викусе рисовать. Ей какая разница, на чем черкать. Вторую жизнь даю. Да? Ну и вот они, танго. Как стринги, только сверху потолще. Я так понимаю, это перед, это зад. Тут все проклеено. Защита. В общем, все хорошо. Такие они простые. И уже, обратите внимание, идут без кружева. То есть, если там где-то есть кружево, тут они просто обычные трусики без кружева. Так, далее. Такой же черный бюстгальтер. Выполнен абсолютно точно так же, как и предыдущий. То есть, тут уже прям, ну, нечего показывать, да, после прошлой модели. Размер такой же, состав такой же, только артикул 810-342. Пакетик такой же, в общем, все такое же. Модель BS-290. У меня 85C. Ну, слушайте, великолепно. Трусики то же самое. Также упакованы, также приходят. Такие же хорошенькие, просто черненькие. Кстати, очень давно хотела черненьких трусиков. Что-то они у меня как-то куда-то подевались. А тут сразу 3 штуки по новинкам. Да, цвет, кстати, такой обычный черный. Не черно-голубой, не черно-желтый, не черно-серый. Такой нормальный, обычный, хороший, насыщенный черный цвет. То есть, как бы, вообще хорошо. Видите, да? Очень мне нравится то, что в обычных трусиках, да, есть еще и кружево. Потому что когда трусики, ну, совсем простецкие, как ты их надеваешь, вроде бы так ничего. Но, с другой стороны, иногда что-то и хочется более-менее поинтереснее. Так, это у нас, значит, слипы. Красота. Трусы слипы с завышенной талией 810-409. Это трусы слипы обычные с артикулом 810-369. Такие вот красавчики. Значит, и тут у нас идут трусики танго, тоже XL, артикул 810-390. Тоже такие маленькие, хорошенькие, аккуратненькие, также без кружева. Ну, очень, конечно, красиво смотрится и бежевый, и черный, и слоновая кость. То есть он не совсем белый, он идет как слоновая кость. Конечно, да, очень красиво. Давайте же посмотрим. Значит, беленький, да, бюстгальтер, точно-точно такой же. Ничего я тут другого не заметила. Все так же замечательно и великолепно. Нареканий нет. Оттенок слоновая кость. Как вы поняли, артикул 810-306. Модель меня просит называть BC-287. Трусики идут, значит, XL 810-375. Модель PB-240. Тоже как бы великолепно. Тут, конечно же, просвечивает вот эта надпись на трусиках. На слоновой кости, да. Они тут вбиты, написаны. Я не знаю, будет ли это отстирано, не будет. Но тут вот, конечно, есть нарекания. На кожу одеваете, и вот надпись просвечивает. Вот я бы хотела, конечно, чисто белые. Вот тут вот мне это не очень нравится. И видно так, ну, знаете, порядочно. Видите, не натягивая, я все-таки надпись вижу. Поэтому как-то вот не очень я этому рада моменту. Дальше, значит, тоже, как вы видите, надпись очень сильно видна. Вот она.
Вот сейчас с вами посмотрим. Значит, это у нас идет PC-412 в размере XL 810-351. Тоже все здорово, классно, великолепно. Но вот, вот так вот, если я переворачиваю, надпись видна издалека. Поэтому, кому это не понравится, сразу же не заказывайте тогда уже. Мне бы хотелось, чтобы ее лучше бы не было. В прошлый раз меня прям наругали подписчики, что я не сообщила о том, что надпись просвечивает. Но на самом деле я предупреждаю, но я как-то не знаю. Конечно, хотелось бы без нее, но бывают такие дни, когда без разницы, понимаете? Без разницы, что у вас там. Ну и третья слоновая кость. Трусики размер XL, артикул 810-394 в размере PH-424. В линейке, вернее, тоже такие вот завышенные талии. Такие вот аккуратненькие, хорошенькие. Все у них великолепно. Да, тут нарекание есть. Вот такая вот просвечивающая надпись. Конечно, при натяжке ее еще больше будет видно. Да, просвечивает так себе не слабо. Вот такая вот красота. Ну и давайте посмотрим, просвечивает ли бежевое белье, конечно. Сразу же вас предупрежу. Нет, это ну практически не видно. Вообще ерунда. Поэтому, да, для кого это важно, кто в прошлый раз мне сделал замечание, что я об этом не сказала в обзоре, говорю. И, конечно, заранее прошу прощения, если что-то где-то какие-то моменты упустила. Ну, тут сложно еще что-то упустить, если честно. Так, значит, танго бесшовные PB241 в размере XL 810-380 артикул. Тоже без кружевов, такие же обычные. Цвет бежевый, очень красивый бежевый цвет. Мне такой нравится. Я такой и люблю. Он такой не супер светло-бежевый, не розово-бежевый, да. То есть такой обычный, хороший бежевый. Не желтит, такой обычный бежевый оттенок. То есть без всяких подоттенков, я бы так выразилась. Значит, PH-425 модель, размер XL, артикул 810-399. Давайте сзади еще посмотрим. Ну, даже тут при большой натяжке сложно что-то разглядеть. И это очень хорошо. Вот. Единственное, что на белом белье, я считаю, прям видно. Дальше. PC-413 модель в размере XL, артикул 810-357. Значит, вот такие вот слипы. Ну, слипы я вообще, мои самые любимые, это, конечно, слипы. Почему? Не знаю. Удобно? Удобно. Да. Мне очень удобно. То есть вот такая вот новейшая у меня красота в ящичках появится с покупочками меня. Причем с шикарными и супер-мега качественными. А этим бюстгальтерам сносу нет. Нет сноса. Ну где-то у меня есть бюстгальтер, которому вот столько лет, сколько они основались. С того времени, когда они начали выпускаться, вернее. И знаете, я не помню, когда это было, 3 года или 4. Вот очень вас прошу, помогите мне, напомните. Так вот, у меня есть бюстгальтеры с того времени. И с ними ничего не случилось. Ничего. Один я с того времени выкинула, потому что его мы запустили с каким-то цветным бельем. И тогда еще вот этих салфеток от окрашивания не было в компании Faberlic. Наши салфетки от окрашивания, они вообще шикарные. Вот такие вот салфеточки, ловушки, да, для защиты одежды от окрашивания с артикулом 308-44. Их тогда не было. Я их заказывала на Вальберис, по-моему, и какой-то момент мне их не было. И вот как назло, то ли полотенце, то ли что-то попалось. И вот я выкинула, потому что мне надоело носить серо-буро-малиновый. Ладно, хоть не в крапинку, да. И не с продресью, как мы смеемся, простите за мой французский. Так, значит, это у нас бюстгальтер Spacer с кружевом, модель BC-288, размер 85C, артикул 810-318. Такой же красавчик, очень красивый бежевый оттенок. Не темно-бежевый, не желто-бежевый, да, то есть вот мне прям все нравится. Хорош такой классический беж, прям идеально. Я даже с таким идеальным бежем, розовая, как поросеночек, кажусь, да. Ну и с бюстгальтерами мне еще пришел кое-какой заказ от кое-кого. Сейчас я вам все буду показывать. Во-первых, это, как обычно, наш шампунь-бальзам против перхоти. Они были по распродаже, поэтому, конечно, и я себе взяла, и мужу взяла, и дочери взяла. В общем, всем взяла. 27,68 артикул. Вот, кстати, чек на 21 тысячу я заказала нижнего белья, как вы видите. Да, кому интересно, вот. Все модельки, вот на мое имя. Дальше, шампунь плюс бальзам с гиалуроновой кислотой. Он для меня тяжеловат, но я иногда им моюсь, когда хочется питания для волос. Он действительно, наверное, единственный шампунь, который слегка утяжеляет волосы и реально хорошо их питает. Артикул 1931. Честно сказать, вот его аннотация, и он действительно очень хорошо работает с сухими, ломанными, такими непонятными волосами, которые вот реально пострадали от рук хозяйки.
или от рук парикмахера. Далее, значит, шампунь интенсивное укрепление. Тоже такой же вот красавчик, тоже размер XL, также 400 мл, артикул 1894. Он возвращает жизненную силу ослабленным волосам. Он идет как укрепляющий. Интенсивное укрепление называется, поэтому я его прям беру. Вот он такой светленький, хорошенький. В принципе, как и все шампуньки. Дальше. Любимый шампунь моей дочери. Черная ночь. Черной упаковке, такой и синя интересный очень шампунь. Так он и называется, да, шампунь кристальное очищение. Для всех типов волос, глубоко очищает волосы, кожу головы, удаляет избытки кожного сала, загрязнения, остатки продуктов стайлинга. Снимает статическое электричество, укрепляет корни волос, насыщает кожу головы питательными веществами. В составе уголь активированный и, конечно же, биотехнологический комплекс, наш с вами знаменитый уже, который питает волосяные фолликулы. Артикул 1844. Шикарный, очень шикарный, поэтому я прям с превеликим удовольствием беру. Далее, тыкнула за Однаким, шампунь экстра объем. Бальзама у меня такого нет, у меня есть теперь только такой шампунь с протеинами пшеницы. У него тоже очень шикарная аннотация, хочу просто освежить в памяти, что это за шампунь. Давайте посмотрим цвет, то есть, да, жемчужный такой светленький. Артикул 1888, 400 мл. Ну, тут написано, что он восстанавливает и увлажняет волосы по всей длине, насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней до корней. Ну, в принципе, мне это и нужно. Далее, вот еще такая красота, шампунь рост волос. Артикул 1770, получается 400 мл. И тут с аннотацией тоже туговато. Объясню почему, потому что всеми хочется пользоваться, не знаешь вечно какой выбрать. Ни с одного у меня нет там ни зуда, ни перхоти, ни шелушений, вообще ничего. Все шампуни мне нравятся. Единственный только немножко утяжеляет, так и то он восстанавливает волосы, еще плюс масочку, если после него сделать, да еще плюс масочку смыл бальзамчик нанести, да. А после масочки всегда обязательно нужно наносить бальзам, да, кто не знал вдруг совет от моего парикмахера, то, конечно же, тут важно понимать, что прям, ну, на вкус и цвет, конечно, товарищей нет, но я не могу выбрать, какой мне нравится. И у них у всех очень приятный такой аромат, да. Этот, видите, прозрачный, опять-таки, шампунь, рост волос. Он у нас с вами идет, как вот по аннотации, для всех типов волос, то есть можно мыть и сухие, и жирные. Он мягко очищает, насыщает волосы питательными элементами, смягчает пряди и дарит им притягательный блеск. То есть тут вот, например, да, мягкое очищение, артикул 1770, да, а вот это маленький объем, конечно, он тут 250 мл идет, 1884, опять-таки, идет кристальное очищение, то есть сильное очищение и мягкое очищение, да. Ну вот кому что нужно. Например, я делала прическу 3 дня подряд, да, и вот у меня этого шампуня не было. Я, конечно, голову помою именно этим шампунем, потому что мне кажется, что остатки лака все равно копятся. А может и не копятся, потому что на нашем лаке, в принципе, написано, что он вычесывается. Далее, вся линейка, вот эта вот ламинирующая, я просто от нее кайфую, если честно. Он деликатно очищает пряди, придает волосам гладкость, шелковистость, делает более мягкими и послушными. У него еще есть бальзам и есть сыворотка. Безумно просто. Вот это трио работает безумно хорошо. На мои волосы идеально. Они у меня, конечно, прям не сильно махрятся, но все-таки пережоночки. Артикул 10.083, 400 мл. Тоже очень такой кайфовый шампунчик. Приятненький, жемчужный, видите, да? Жемчужный. Хорошенький такой. Ну, у них у всех такой сладкий аромат, вообще приятный. Я прям обожаю его. Дальше. Глубокое восстановление. Специально, да, камеру включила поближе. Что идет в глубокое восстановление? Конечно же, масло амлы обязательно. Артикул 1883, он идет 400 мл. Насыщает, питает, укрепляет, возвращает здоровый вид, то есть ухаживает. То есть он такой вот не жемчужный, просто светленький, как вы видите, да. Обычный такой шампунька. Ну, хорошенький. Так. И запах у него более свежий, мне кажется, менее сладкий. Может быть, это, конечно, у меня уже нос принюхался, я без понятия, да. И дальше шампунь с перитионом цинка. Оказывается, вот почему он мужу понравился, я в прошлый раз не дочитала, а муж перешел на него. Это у нас что? Это у нас шампунь-бальзам. То есть он еще ухаживает. Видите, как плюется, да? Да, первый был, да, шампунь-бальзам. А этот у нас с вами идет именно просто шампунь. Успокаивает, восстанавливает здоровый баланс кожи головы, подходит мужчинам и женщинам. Да, вот тут вот идет и перитион, цинка и так далее. Артикул у него 2767, 400 мл. Он без бальзама уже идет. Я мужа спросила, какой тебе нравится. Он сказал, в принципе, без разницы. Тут он обычный белый, не жемчужный, как видите. Да, и запах у него такой
молочно-кисленький, что ли. Ну, такой, знаете, еле уловимый. Кисленькая такая сластинка молочная, как будто вот, да. Такая вот красота. Ну что ж, батарею эту удаляю. Так, дальше у нас с вами еще один чек на 21 тысячу. Так, жемчужная тут соль для ванн. Так, слушайте, а я его что, уже показывала или нет? Так, трусы с кружевом, бюстгальтер спейсер, шампунь, бальзам. Вот они все есть. Так, дальше, значит, что у нас идет? Вот там еще есть чек, кстати. Так, тут чек тоже на 20 тысяч. Сложно, как тут все. Подарок участнику вот конференции мне вложили. Это под Катиным регистрационным номером. Но я уже вам снимала, что я получила, получается, 3 подарка. Потому что забрала за мужа, за себя и за дочь. Дочь тоже на конференции была, я ей отдала. Она говорит: мам, ну чё ты, все равно это будет в одной ванной. Давай разбавляй сама. Я говорю: понятно все. Так, значит, что у нас тут есть? Шампунь-бальзам, шампунь против перхоти, как видите, да? То есть вот вся эта красота. Так, дальше смотрим. Вот такой еще концентрированный шампунь. 100 лет его не покупала. Я беру его в поездки, и мы с мужем им пользуемся одним на двоих. Почему? Даже на 10, на 15, на 20 дней нам хватает на двоих его, потому что он концентрированный. 190 мл, но маленькой капельки хватает намылить голову, просто вспенить целую шапку пены сделать. Почему? Потому что концентрированный. То есть одного нажатия мне хватает. Да, у меня волосы, ну, чуть ниже плеч, да, как вы знаете. И меня он вполне очень-очень устраивает. Он хорошо промывает. Артикул 1998. Ну и, конечно, я куда-то езжу, я делаю укладки, жгу, гофра, плойка, лак, там еще что-то, да. А тут как раз-таки масло амаранта обеспечивает питание волос и кожи головы, возвращает эластичность, придает блеск. То есть, ну вот мне вот это все надо. Он способствует увеличению густоты и плотности волос, придает объем. Ну, мне это и надо, в принципе, да, перед укладкой. Поэтому я сейчас вместо вот такого здоровенного шампуня, да, там на 20 дней мужу, на 20 дней себе второй шампунь, это 800, считайте, миллилитров получается, да, столько грамм, и хоть бы что, с удовольствием начала брать вот эту мелочь, и все. И еще кидаю ухаживающее, увлажняющее мыло вместо геля для душа, да, пару щеток, зубная паста, ну и все, в принципе. А, еще гель для интимной гигиены беру. Обязательно. То есть я сейчас много с собой брать не стала, но шампунь я беру свой, потому что очень часто с отельных шампуней начинает чесаться голова. Вот серьезно. Дальше, значит, это у меня заказала одна красоточка своим мужчинам. И ту, и другую водичку, а эту я заказала себе, потому что у меня ее нету. Муж избрызгал, в пустышке не сдал, и я не знала, что она у него закончилась. Артикул 302.02. Ну, свежая, приятная водица. Это немножко как бы посильнее, но тоже свежая и приятная. Вот я бы так сказала. Это вот прям кайф-кайф. Да, то есть такая хорошая водица. 32.02. Мне прям нравится. Так, а это 32.21. Мне их, кстати, очень часто заказывают, если честно. Очень часто. Просто не всегда удается добрать заказ. Жемчуг для ванны. Я его сняла. Викуська мне его забрала. Вы не представляете, что она делает. Она по одной штучке кидает и смотрит. Кидает и смотрит. И вот она докидала, 2 дня кидала тот пакет открытый, где мы с вами эксперименты в новинках проводили. И все, и заревела. Вот нету больше. Мама, дай, мама, дай, у мамы нет. То есть у нее новое увлечение, не знаю. Когда оно закончится, я еще пачку взяла. Хотела взять пачек 5, но опять в корзине забыла переправить. А на сайте, когда находишь его, тыкаешь в заказ, ну там только одну штуку можно взять, а потом из-за того, что список длинный, забываешь переправить, пропускаешь. Артикул 81.28. Это соль для ванны, ванильное мороженое. Как она выглядит, можете посмотреть прямо тут. Далее. Еще блески для губ. Это не Вики. Вика их просто тупо съест. Ей нельзя такое давать. Это на подарок одной крошечке я заказала. 59.00. Дальше коронку вот этой вот крошечки. Без всяких поводов. Никаких поводов нет. А просто пусть она у меня побывает в гостях. 600-690. То есть просто возьму и просто подарю. Коронка такая красивая. И дальше, значит, питательный крем для рук. Клубничный макарон. Честно, не люблю этот аромат. Вот эту сладкую клубнику на руках. Это у меня тоже девчонка одна заказала. Ей очень, наоборот, он нравится, да. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Когда мне пишут, фу, там, знаете, всякие вот плохие комментарии, прям с явной грубостью, так и хочется спросить, ну а что, а тебе тоже прям вот все нравится, да? Вот прям вот... Все должны пользоваться только тем, что нравится тебе, да, то есть у людей своих мнений не может существовать. Ну, вы знаете, есть такие же комментарии, да, пишут всякую пакость. Но я как-то стараюсь не обращать на это внимания. Ну и, конечно, тадам-дадам,
заказала себе в запаснике. Попробовала одну, великолепнейшая палета, очень мне понравилась, и, конечно же, я от нее, если честно, в восторге. Кто-то мне писал в комментариях, да столько много блесток, да куда эти блестки. Ну, слушайте, кто ведь как наносит? Я так считаю, потому что некоторые нанесут, правда, будут как новогодняя елка блестеть, а кто-то просто для блеска, для выразительности в центр глаза положит аккуратные блесточки. Я считаю, что блестки должны быть всегда в центре подвижного века, особенно если смоки получаются. Потому что они все-таки глаз выделяют, делают глаз больше, более открытым. Поэтому блестки для меня это все. Ну и вы знаете, очень много визажистов говорят, что на возрастное веко блестки класть очень даже хорошо. Наоборот, оно смотрится моложе. Вот. А мне тут в комментариях понаписали, что это нельзя, то нельзя. Ой, знаете, так спорить не люблю. Посмотрите на ютубе. Возрастной макияж с блестками. Вам выйдет миллионов роликов или ВКонтакте, или в Яндекс.Дзене, где угодно можно посмотреть, и вам выйдет миллионов роликов, как делать блестящий макияж на возрастное веко. Я не знаю, мне кажется, это уже прошлый век говорить, что блестки возрастным женщинам нельзя. Вот прям цитирую эту фразу. Если честно, я ее удалила. Вот, потому что мне не нравится название «женщина возрастная». С опытом, мы все с опытом. Ну и что, мне тоже 41, и я пользуюсь блестками. Да, мне не 15. И в 51 буду пользоваться, и нисколько не подумаю не пользоваться. Так, далее у нас с вами идет, ну, мы уже про него с вами рассказывали, просто покажу, что я заказала. Он у меня очень быстро разошелся, этот Signum 5, по родителям и везде. Поэтому и сама я его попила. Слушайте, штука великолепная. Артикул 159.09. Signum 5. Прям очень хочется его пропеть. Аннотация тут просто шикарная. 10 раз, конечно, не хочу быть нудной и повторяться, но очень много людей от него уже в восторге, потому что успели пропить там полкурса, кто-то курс, и да, действительно, почки начинают работать лучше. Да, кто-то часто бегал в туалет, перестал это делать, ходит по-нормальному, а кто-то ходил в туалет с болями, боли ушли. Очень хорошие показатели, хотя люди буквально вот недавно начали его пить и принимать, поэтому прям замечательно. Терапия хронических заболеваний, мочевыделительной системы, это круто. И это наш Signum. Ну и далее, конечно же, омега-3. Мы ее пьем на постоянной основе, мы не делаем перерывы. Артикул 157.79. И как вы видите, тут даже в аннотации написано, да, что она для всего. Для волос, для печени. Огромное влияние на организм человека она оказывает в плане того, что она важна для полноценного кровообращения, правильной работы головного мозга и хорошего обмена веществ. То есть у нас Вика без перерыва пьет омегу. И если честно, она эту омегу разжевывает, жует, попахивает немножечко этой омегой. Но я вам могу сказать одно, что она даже ее тырит иногда, когда мы забываем ее убрать. То есть омега идет и для кожи, и для сердца, и для суставов. Как вы видите, две капсулы содержат довольно таки хорошую вещь. Различные кислоты, и иммунитет, и суставы. В общем, если где-то что-то болит, то, конечно, нужно начинать с D3 и с омеги. Ну, это, в принципе, все говорят. Магний, D3, омега – это очень важно для организма. Поэтому будьте здоровы. Кто нет, выздоравливайте. С вами была Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.